Во Франции потребовали отозвать лицензию RT France. Телеканал обвиняют в разобщении французов. Французские общественные деятели написали открытое письмо, в котором попросили главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам Оливье Шрамика отозвать лицензию у телеканала RT France во имя сохранения гражданского мира. Обращение опубликовано в газете Le Monde сегодня. Руководители самого высокого уровня в США и Европе обвиняют Russia Today в том, что он сеет раздор и ослабляет демократию. Из-за того, что он ретранслирует пропаганду Кремля, власти США недавно обязали этот канал регистрироваться в качестве иностранного агента, отмечается в письме. Авторы обращения напоминают, что с обвинениями в адрес российских СМИ ранее выступали такие европейские политики, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Минобороны Испании Мария Долорес де Каспидаль. По их мнению, что запуск RT France приведет к путанице в умах и разобщению французов. Под текстом поставили подписи 11 человек, среди которых писатель Галя Аккерман, историки Антуан Ржаковский и Владимир Берилович, журналист Мишель Ельчининов, а также преподаватели и переводчики. Напомним, ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов. В США объяснили внесение RT в список иноагентов. По материалам сайта news.com.